Вперед. Сегодня мы проводим акцию «Блокадный хлеб», где гражданам раздается ленинградская пайка того хлеба, который выдавался им в годы блокады. Не, это не чистый хлеб, это в основном отходы производства, это обойная пыль, это целлюлоза, это клей и небольшая доля самого по себе зерна. Основное количество хлеба уходило на фронт, в то время как ленинградцы ели вот этот ненастоящий хлеб. Первоначально пайка была в размере 125 грамм, затем же она была урезана до 75 грамм в сложные времена. В январе 42-го она была поднята до 125 грамм, а позже до 250. Граждане относятся с чувством к нашему мероприятию, рассказывают истории их предков, которые пережили эти сложные времена для нашей страны. Акция проводится каждый год для того, чтобы граждане поняли, что наша страна пережила такие вот сложные времена, что люди прошли через достаточно тяжелые испытания и не забывали этого.